Нет, нет, только за ручку нужно. Вон лодка. Илюш, нужно только за ручку. Держись, папа, за ручку. Вон, поплыли. Смотрите, какой маленький. Да, маленькому надо дать покушать обязательно. О, смотрите, блин. Ну, подожди, подожди, по порядку надо идти. Из ручек надо кормить, из ручек. Не надо кидать, Илюш. Им так не нравится, им нравится, когда из ручек дают. Ну поближе, поближе давай-то. Не укусит, не бойся, не укусит. Ну подождите вы. Привет, лама. Чего? Ну, обычной печи не будешь. Вот еще одна пришла. О, какую большую. А вот этой дайте большой-то, она же тоже хочет. Да нет, но это не наша, я имею в виду, это наша, русская. Не бойся, Илюш. Илюш, это трусишка. Паша всех кормит. На, Паша. Припаюка. Вот, смотрите, это же какого-то. Наташа, вот конь. Вот. Осел. Осел, вот. Ослики. Ручки нет, смотрите. Кормить можно? Можно. Смотри, Паш, там кормить. А где кабан? Ну, кабана тут нету. Покормите осликов, покормите, они любят тоже. Да. Да. Только осторожно, у них зубки тоже большие. Не надо водичку, не трогай, это верблюд пьет. Нет, пингвинов тут нет. Но это нарисовано. Кормить-то можно?
Может. Поросенка-то может. Ой, он что-то наелся. Первый раз вижу сытого поросенка. Ну дай поближе ты ему. Ты ему в пятак суешь-то, а рот-то у него под пятаком. Так, не бегать, не бегать. Видишь, куда, куда-то потащил. Я сейчас посмотрю, как цветит. Можно я тоже? Да их, наверное, уже от этих печенек тошнит, мне кажется. Слонин? Да. Нет, слоник тут смотри, нет. Смотри, как он кушает, интересно. Он сел как крышечник. Я же смотри, как енот кушает. Смотри, как человек интересно. Человек сел, смотри, ручками, ручками взял. Еще. Какой красавец. Черная свинюшка, то ли кабанчик маленький, то ли не кабанчик, мы таких не знаем. Этого не видит никто. Куда ты, господи? Ой, такой понятное. Красивое. Пойдем дальше смотреть. Всех животных надо посмотреть. Курочки. Петушки, курочки какие-то маленькие. На камеру видно, не видно. Эта птичка называется павлин. Да. Ну он когда хочет, он же не может тебе это,
Вот это наверху, вот это его самочка. А вот это самец. Самец, вот это с хвостом. С большим хвостом, это самец. Так, а это, похоже, какие-то куропаточки. Странные. Какие-то странные. Обыкновенная цесарка. Интересно. Серый журавль. Эти никогда не откажутся. Смотри. Ой, они даже ручками берут, смотрите. Это большой, но это не бобер, это какие-то андатры, выдры какие-нибудь. Запрещается кормить животных принесенными с собой продуктами. Илюш, ты видел сову, Илюш? Молодец. Не кормите печеньем. Осторожно, смотрите под ножки, не наступайте в лужи. Спрятались, не видно на солнышке. Им жарко. Вот это лепешка они тут наложили. Вот они. А кто такой? Интересно. Олени, смотрите, олени красивые. А эти себе? У нас дома, сейчас в машине. Нет, такой нельзя кушать. Вот классно, Паш. Какой он красивый. Чего? Сейчас папа даст. Половинки, нет, папа. Нельзя. По половинке. Еще оставьте по-другому-то еще. Еще один, смотрите. Смотрите, все бегут к нам, и большой. Смотрите, вот еще один идет. Девочки, оленя. Девочки, оленя. Это все, кто спасает пакет? Да. Простите, олени, у нас кончились травы. Мы два пакетика скормили уже. Ой, смотрите, пьет. Пьет, да. Угу. Давайте еще куб. А больше у нас, к сожалению, нет.
нет, на съезде, только нам далеко идти. Мама! Что? Ты это да! У тебя ты огроменный бизон. Только у нас тебе нечего дать. Прости, пожалуйста, бизон. Мы уже всю еду скормили. 2 пакета печенья. Ну, они травкой питаются разной. Нет, такой он тебе сейчас пол руки съест сразу. Огромный, преогромный. Я ему тряпку дам. Не надо. Видишь, какой большой бык. О, какой. Я ему там покушать, и он скушал. Скушал? Дай травку ему, дай травку. Может быть, он травку будет. Он давай! Ура! Почему? Наверное, едят. Они что-то с удовольствием прям подбежали. Не надо палку, они палки не едят. Ну давай, 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 смелее, Илюш, Илюш, ну ты или давай, или что? Боишься, что ли? Давай папа даст. Давай я дай я дам. Ну да, я дам. Дай. Паша, дай, возьми, дай. Не надо, в глазки попадешь. Ты чего? Не надо, не кидай, не кидай. Он так не возьмет. Давай я дам, сын. Или иди, мама даст. Ну, кидай, ты же. Ну, крепко. Так, давайте, пошли. Я боюсь, что это ваше. Да не надо. Машей ручкой. Привет.
Слышите, к папе? Илюш. Нет, скажешь, пока не можем. Где пап-то? Пап, вон дальше. Перепутал. Фу, как воняет.